Вітаю усіх глядачів нашого YouTube-каналу «Львів Медіа». Дякуємо, що нас дивитесь, ставите свої вподобайки, а також поширюєте наші відео. Я часто зустрічаю в коментарях під деякими інтерв'ю закиди особисто до мене, що я розмовляю російською мовою. Я трохи більше хочу пояснити, для чого я це роблю, і поставити крапку саме у цьому питанні, що я говорю російською мовою. Я російську мову ніколи не вивчав у школі. Я народився у Радянському Союзі, але так сталося, що після розпаду Радянського Союзу, я коли переходив з 3-го у 5-й клас, то ми фактично були першим класом, я особисто був серед тих учнів, коли російська мова не вивчалася у школі. Тобто всі знання я маю з фільмів чи книг, які я читав. Я ніколи не спілкувався у своїй професійній кар'єрі російською мовою, жодного матеріалу. Мого особисто за понад 10 років моєї професійної діяльності не були російською мовою. Чому я зараз почав спілкуватися російською? Так, ну, по-перше, у своїх інтерв'ю я спілкуюся російською мовою, тому що більшість росіян, вони говорять, що не розуміють української. І це вимушений хід з мого боку. Багато з вас може дивитися ці інтерв'ю, чи, наприклад, мої блоги, і можете зауважити, що у мене є справді важкість спілкування з російською мовою, але це, як я вже зазначив, є вимушений крок. Чому він є вимушений? Багато є аудиторії, які нас дивляться, вони є саме із Росії, з різних міст. Є з Петербурга, є з Москви, є з Іркутська, є з Новосибірська, і вони нас дивляться і слухають. Більшість ресурсів і соцмережі у Росії є заблокованими, і YouTube-канал є фактично єдиним ресурсом, де росіяни можуть побачити, що насправді відбувається тут в Україні і про що говорять їхні солдати, військові Російської Федерації. На федеральних каналах цього не покажуть, там є Скабєєва, Соловйов, Сімонян, тобто вони роблять пропаганду, і це все, що говорять їх російські солдати, ніколи не вийде там. Тому моя російська є явищем тимчасовим. Також я стараюся писати блоги російською мовою, щоб більша частина аудиторії розуміла, що тут відбувається і як проходять військові дії насправді. Отже, я переходжу до російськомовної аудиторії і тому надалі буду говорити російською. Сьогодні 25 ноября, вчора була дата, 9 місяців війни між Україною і Російською Федерацією, 9 місяців від того дня, коли воєнні Російської Федерації вторглись в Україну і попробували її захватити. Ну і що на цій неділі? Был большой массированный ракетный удар по Украине. 23 ноября государство-террорист, это Российская Федерация, это официально, теперь признано, что Россия это государство-террорист, в очередной раз нанесло массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с самолетов стратегической авиации, кораблей Черноморского флота. По данным воздушных сил, враг выпустил около 70 крылатых ракет Х-101, Х-555 калибр, и ПВО Украины сбило 51 ракету. Также было уничтожено 5 дронов «Камикадзе». Большая часть территории Украины осталась без света и воды. Да, это действительно так. Те, кто следят за нашим YouTube-каналом, смогли увидеть, что в среду, например, не было интервью с российским военнопленным. Мы стараемся каждого дня выпускать по одному интервью, но в этот день ничего не было, так как мы были без света и не смогли смонтировать и выпустить в эфир это интервью. Что здесь важно сказать? В результате этого массированного ракетного обстрела погибли около 10 украинцев и также 55 были ранены. Для чего все это делается? Так? Это также важный момент, потому что фактически Россия на прошлой неделе и на этой неделе
В действительности это заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Вот, например, на прошлой неделе он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров. Песков, в частности, заявил, что ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые якобы прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу. Он сказал, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров. Прямая речь этой говорящей головы Владимира Путина, то есть Дмитрия Пескова. Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить. То есть он это заявил в четверг 17 ноября, и уже на этой неделе, в четверг 24 ноября, он сказал, что Украина должна выполнить требования России, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло. Также прямая речь, я цитирую Дмитрия Пескова, руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения. Что здесь хочу сказать? По каким объектам военной инфраструктуры бьют россияне, мне непонятно, так? То есть это те, которые имеют отношение к ее военному потенциалу. То есть теплоэлектростанции, гидроэлектростанции, атомные электростанции. Какое отношение все эти ТЭС имеют к военному потенциалу Украины? Они имеют отношение к мирному населению и к мирному потенциалу Украины. То есть выходит так, что россияне вооруженным способом не смогли захватить почти ничего в Украине. Они сдали Харьковскую область, они сдали Херсон и часть Херсонской области. Да, это все представлялось как бы отход, чтобы что-то потом сделать. Как бы это стратегически было принято Суровикиным и также Шойгу. Но теперь они начинают массированно в последние месяцы обстреливать ракетами типа «Калибр» мирное население. Выходит так, что российская армия не может захватить ничего, то есть вооруженные силы Украины мощно противостоят ей, даже не то, что противостоят, но даже оттесняют российские вооруженные силы с территории Украины, и сейчас Россия действует как страна террорист, то есть она, обстреливая мирное население, хочет, чтобы это мирное население давило на украинские власти, в том числе на Владимира Зеленского, чтобы он перешел к переговорам, и к переговорам так, как хочет этого Российская Федерация. Что я хочу здесь сказать? Да, многие из украинских жителей, также мои знакомые, друзья, которые живут и во Львове, и в Киеве. Вот сегодня я смотрел, что они пишут в соцсетях, в Фейсбуке. Многие из них пребывают уже без света, воды и некоторые без газа по 48 часов. Но они не ноют, они стоят. Я хочу сказать, что украинцы, они не сдаются. Вот сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели последствия ракетных обстрелов Украины на этой неделе. И если это приглашение к переговорам и какой-то, это есть какая-то мирная стратегия Российской Федерации, то этого не будет. То есть это жилые дома простых украинцев, которые были обстреляны, разрушены, и в них погибли просто мирные жители. И часто в интервью российские солдаты, российские военнопленные, они говорят, ну мы же не воюем с мирным населением, мы его не убиваем, мы его не насилуем, мы его не грабим, мы ничего не рушим, мы только воюем с вооруженными силами Украины, то есть с украинскими солдатами. Сейчас я хочу сказать, что это не так, потому что обстреливая мирные города из стратегических бомбардировщиках, вы воюете с мирным населением. Вы воевали с мирным населением с самого начала, потому что люди с этих
территорий поуезжали, многих вы убивали, насиловали и мародерствовали их дома. То есть вы воюете не с вооруженными силами Украины, вы воюете со всем украинским народом. А теперь немного о цифрах. Для чего я сейчас буду приводить цифры? У нас выходит время от времени интервью с российскими военнопленными. Большинство из них не хочет признавать, что они пошли воевать за деньги. Например, вчера был военнопленный из республики Мари-Эл. Я не хочу его обижать, но это просто колхозник, для которого $1000 – это большие деньги. И чтобы вернуть кредиты, которые он брал на повседневную жизнь, то есть на какие-то вещи, как там покушать или какую-то химию, чтобы помыть дома, не знаю, моет ли он дома или нет, он пошел воевать, потому что там обещали 200 000 рублей. Других вариантов у него не было, потому что это деревня республики Мари-Эл. То есть, а сейчас немного о цифрах. Украинские СМИ, а также министр обороны Алексей Резников, он приводил на прошлой неделе цифры. И если сказать суммарно, то за 9 месяцев войны Россия потратила на войну $82 миллиарда. $82 миллиарда. Это данные издания Forbes. И эта оценка включает в себя непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий, но не включая стабильные расходы на оборону или потери, связанные с экономикой. В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 миллиардов. То есть Российская Федерация уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия, отмечают в издании Forbes. Также, если говорить о ракетных обстрелах, этих массированных, потому что это, на этой неделе был фактически третий массированный обстрел Украины ракетами типа «Искандер», «Калибр» и X-555, X-101, то Россия потратила на эти ракетные удары по Украине, по данным Forbes, стоимость одной ракеты «Искандер» составляет $3 миллиона. Соответственно, на ракеты такого типа, уже выпущенные по территории Украины, россияне использовали $2,3 миллиарда. Ракета «Калибр» стоит $6,5 миллионов. То есть общая стоимость выпущенных снарядов уже достигла $1,5 миллиардов. Ракета типа X-101 стоит $13 миллионов, а ракета X-555, по данным в открытых источниках, $7,5 миллионов. Соответственно, общая стоимость ракетных носителей, примененных Россией с начала полномасштабного вторжения, составляет от 5,5 до $6,8 миллиарда или 16,5-20 миллионов средних пенсий в России. Эти данные берутся согласно данным Минтруда России. Средняя пенсия в Российской Федерации составляет около 20 000 рублей, то есть $335 миллионов. То есть Россия уже потратила на эти все ракеты, массированные, да, атаки, и за счет этих ракет смогла бы прокормить 20 миллионов пенсионеров. Но этого российские власти не хотят делать. Лучше уничтожать мирное население в Украине, обесточивать его, также, чтобы не было воды и чтобы украинцы замерзли во время зимы. Также, что хочу подчеркнуть. Украина стоит с запада до востока, с севера по юг. Украинцы едины, они готовы это все терпеть, так, лишь бы россияне ушли с украинской земли. Украинский народ един, он поддерживает вооруженные силы Украины, он борется и стоит. Также власти, они развернули так называемые пункты несгибаемости, несломленности, где каждый украинец, когда есть проблемы со светом, с газом или с водой, может прийти в эти пункты несгибаемости, несломленности, подзарядить свои гаджеты, что-то поесть и также пребывать в тепле. Еще раз хочу подчеркнуть. Лучше в холоде и голоде, но без вас. Украина в скором времени поставит конечную точку
в этой всей истории с Российской Федерацией. Это немного такое натянутое сравнение, но Украина для России, для россиян, для расистов стала Сталинградом. И она продолжает бороться, украинский народ продолжает стоять. Слава Украине, героям слава, слава вооруженным силам Украины.